Всем привет! И с вами снова онлайн-детский сад «Шурик» в Дубае. Я смотрю, вам понравилось, как мы работали врачами. А сегодня наблюдайте за нами, как наши мальчики будут врачами скорой помощи. И здесь будет точно все по-настоящему. Произошел пожар, и нашу бригаду вызвали в срочном порядке оказать первую помощь пострадавшим. Выдали жилеты, проинструктировали, дали капельницы и перевязочные бинты. Так что ни в коем случае не пропускайте этот выпуск нашего YouTube-канала. Наблюдайте за мальчиками, сейчас они загружаются в карету скорой помощи. Все как положено, мигалки, звуковые сигналы, все было. Здесь они были в большем восторге, чем нянчиться с ляльками. Как-никак, очень ответственное занятие. Ну все, мы поехали на вызов. Так, мои доктора прибыли на место. Посмотрите, там работает уже пожарная бригада. Все как не серьезно, дым. Кстати, в следующем видео я вам покажу, как мы и пожарниками были и тушили пожар. Так, есть пострадавший сейчас. Что там у Александра? Перевязочные бинты, у Данила целая капельница. Это просто невероятное ощущение детей. Кто-то слушает, ставит диагноз. Видите, даже малышей задействуют во всем. Так. Кстати, пострадавшая тоже малышка, и она прекрасно сыграла свою роль. Данил поставил капельницу, а Александр сейчас будет накладывать повязку. Ну, вы поняли, как все серьезно, правда? Молодец! Посмотрите, как у него прекрасно получается. Все справились просто на 5 с плюсом. Все молодцы в этот раз были. Детям очень понравилась данная специальность. Хотите увидеть продолжение нашего путешествия по Кидзании в Дубае? Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и нажимайте на колокольчик под нашим видео, чтобы не пропустить ни одного интересного момента. Всем пока-пока!